Добрый вечер. А вечер, да, уже туда вечер. Добрый вечер. У вас кто-то нарек так. Добрый. А это к нам идут? У нас разрешение есть на съемку? А нельзя здесь снимать? Почему? У нас разрешение с магазином. Ну, мы сейчас быстренько. Добрый вечер, потому что нас уже выгоняют и сейчас поколотят. Мы возле магазина «Love Couture». Пойдемте, пойдемте. Хочу напомнить, на улице 12 градусов мороза, а я в летних туфлях. Бегом, бегом, а там уже охрана бежит. Для всех почитателей таланта Монро, а также моего многосерийного сериала «Шоппинг с Монро», мы в симпатичном магазине «Love Couture». Он небольшой, но здесь представлены последние, скажем так, тенденции. Начнем вот с главного. С пальто. Очень приятное сочетание серого с ярко-малиновым. Обратите внимание на эти платки расписанные в стиле. А как этот стиль называется? Матрешка? I love матрешка. Сегодня называете меня матрешкой. Сейчас посмотрим. А, это вот так вот одевается, да? Так вот натягивается. Вот. Там подвязывается. Ага, это вот так. Очень красивенько. И получается, я называю такие платья мужчина, я спешу. Раз, и сняла на резиночке. Если у вас нет сисек, рюшек спасет ситуацию. Да, очень симпатичная. Как раз для меня. Вот что. Очень актуально. Вообще, я патриотка нашей страны, вы же об этом знаете, да? Уважаемый, о боже, прямо все попадало. Простите, Алена, какое это... Алена, вы на себя создавали коллекцию, я так поняла? А на кобыл есть что-то? Музыка, пошел стриптиз. Сейчас что-то упадет. Да куда можно раздеваться? Все, Максим, всего доброго. Извращенец, боже. Этот Макс. Так, прысь отсюда. Я сегодня загламуренная лыжница на корпоративной вечеринке по случаю окончания сезона. Это же смешение стилей. Тут такое. Ну да. А там порно. Секси-рекси. Боже, вы видели новый клип Ларсона? Облежим низким. Мне не хватает еще лыжных палок. Я в этом году еду в Куршавель. И найду себе житомирского олигарха. Симпатичный молодой человек сейчас делает нам кофе. О, боже, какие ботфортяки. Всегда мечтала о 36-м размере. Я украинская жинка с 40-м. Ой, чувствую, пахнет кофе. О, ой, какая сумочка. Что так некрасиво стало? Ой, какая сумочка. А то что ж, раком эту лезу. Слушай, а плотная это, она не порвется? Ты понимаешь, пару килограмм картошки. Да, пару буханок хлеба, бутылка водки. В сумке же обычно должно быть все самое необходимое в жизни женщины. Лак для волос, муж компактный, любовник. Можно тоже, туда же. Мне даже нравится, я такая озорная рэперша. Как будет, как-то, потому что это дрейфовать красивая. Еще не вмерла ваша мерла. Ой, боже, радикулит. Бабы, сколько можно ходить на каблуках? Вы что, с ума сошли? Хотите, чтобы варикоз был? Тыщ-тыщ-тыщ. Помните, раньше на дуэль вызывали и бросали перчатки? А сейчас на дуэль вызывают и бросают варежку. Похоже на меня? Похоже. Я такая обычно после перепоя. Нет, вот я. Красивая жінка на заміжня стоит, насупившись в метро. Вона ще може бути ніжна. Але в душі дерьмо. Приведу старый год, встречу новый, дома наделаю оливье, селедки под шубы, холодца наварю из петуха. Запеку утку с яблоками. Приходите, будет вкусно. Бухла уже накупила. О, вот что нужно каждой гламурной девочке иметь в своем гардеробе, которая посещает фитнес-клубы. Сколько можно ходить в однотипных велюровых костюмах? Здесь сразу, да, обиваться. Вот, здесь сразу. Красивые бантики гламурные. И вставки. Платок, платок бабушки. Сразу такая эклектика. Тато робить, а я не. Нафига воно мені? Ой, дайте кофейку, с удовольствием. Боже, еще такой кофе с печеньем. О, товарищи,
Это лучший магазин, в котором я очутилась. Кофе пьем, пьем кофе, сели, сели, сели. Так, тук-тук-тук, ну-ка красивенько. Так, расскажите мне, как давно существует торговая марка La Couture by Lourdes? Ну, вообще официально мы на рынке существуем 1.5 года. Угу, 1.5 года уже существует торговая марка. В принципе, мы довольно молодой бренд, но учитывая такое количество подделок существует на нас, мне кажется... Уже подделки делают на вас? Поделки уже год делаю, да, потом мне кажется иногда, что мы уже лет 10 минимум представлены. Слушайте, как вы удачно зашли на рынок, уже даже подделают за 1.5 года. Я так люблю всегда облизывать ложки, хотите покажу, как это делается? Боже, как я люблю красивые вещи, и она создана специально для этого. Уважаемые, ой, даже не уважаемые, мои любимые посетители, зрители портала .net и шопинга с Монро, на этой вкусной, крепкой ноте я хочу сказать вам до свидания, потому что вот ты не был на китайской стене, не был в Китае. Это спасибо большое магазину La Couture, я получила удовольствие, и не обязательно бегать в огромные магазины, чтобы кутюрно одеться. До скорых встреч!